Семь лошадей погибли во время пожара в частной конюшне в Первоуральске. Несчастье случилось глубокой ночью, со среды на четверг, в половине третьего по полуночи. Частный дом, которому была пристроена конюшня, находился в поселке Ельничном, в самом начале улицы Толбухина. Пожар произошел в частной конюшне. В момент пожара в ней находились 8 лошадей. До прибытия пожарных подразделений хозяином конюшни спасена одна лошадь. В момент прибытия пожарных подразделений хозпостройка горела открытым пламенем. Быстрому распространению огня способствовали деревянные конструкции здания. Тушение пожара осложнялось плотным и сильным задымлением. Локализовать, то есть остановить распространение пламени, пожарным удалось в половине четвертого утра. Еще час понадобился на ликвидацию горения. Все это время на месте происшествия работали 3 единицы специальной техники и 10 пожарных. Пожар ликвидирован на площади 200 квадратных метров. Пострадавших, погибших среди людей на пожаре нет. На пожаре погибло 7 лошадей. Сегодня содержание лошадей в городах большая редкость, а потому такие трагедии вызывают широкий отклик в душах уральцев. Почти год назад в Екатеринбурге, на Уралмаше, вот так же в огне погибли 12 лошадей, 8 собак и 2 козы, содержавшиеся на частном подворье. Как и в сегодняшнем случае, хозяевам тогда удалось спасти лишь одну лошадь по кличке Награда. Кобыла получила обширные ожоги, но врачи давали Награде надежду на спасение. Шкуру лошади приходилось обрабатывать литрами целебных мазей. В сборе денег на лечение животного тогда приняли участие сотни человек, но, увы, ожоги оказались опаснее, чем предполагалось, и лошадь вскоре пала. Ее хозяйка тогда раздала от имени Награды все собранные и неиспользованные деньги, это несколько сотен тысяч рублей, на лечение детей и других животных.